уехала в командировку. И наготовила еды полный холодильник. И оставила мне немножечко денег. А потом подумала и сказала, ты все равно будешь питаться одними хот-догами. И на всякий случай оставила мне баночку марганцовки, ну, для промывания желудка, если я отравлюсь. И оставила пачку активированного угля, для, ну, если у меня будет понос. Я теперь сижу и думаю, может быть, мне сначала съесть активированный уголь, потом заесть все это хот-догами, а потом все запить марганцовкой. А может быть, сначала весь активированный уголь съесть, потом все это запить марганцовкой, а потом на десерт хот-догов. Мама, я когда съел весь активированный уголь, потом, когда допил всю марганцовку, и когда пошел в аптеку за добавкой, мне сказали, мальчик, тебе уже хватит. Ну, марганцовка пошла хорошо, но активированные угли и хот-доги не очень. Да, все съел. А что, активированные угли и марганцовку не обязательно было есть? Мама, ну вообще-то я сначала активированный уголь съел. А потом уже ни марганцовку, ни хот-доги не хочется. Мама, ну я когда активированный уголь и марганцовку в аптеку вернул, я потом 3 шаурмы купил. Я когда разжёг марганцовку, кинул туда активированного угля, и потом, когда накрошил хот-догов, в тот раз без марганцовки лучше было. Мам, оказывается, после марганцовки такой аппетит просыпается. Я сначала весь холодильник съел, потом на все эти деньги хлеба накупил. Некоторые вещи из дома на еду обменивал. Мам, когда я доел активированный уголь и выпил марганцовку, я потом пошел в аптеку и купил добавку.